Диалог представителей власти с жителями. В ДК «Сатурн» состоялся очередной прием населения в формате выездной администрации. Заместители главы и руководители отдельных служб фиксируют все обращения граждан. Традиционно большой блок вопросов касается сферы ЖКХ, ремонта и содержания дорог, а также благоустройства дворовых территорий. Но порой жители приходят не для того, чтобы озвучить ту или иную проблему, а с предложением реализовать интересную программу. Обратилась местная жительница, которая пришла с инициативой. Она является профессором педагогического института в городе Москве и предложила свою программу обучения для педагогов дошкольного образования. На самом деле очень интересная программа, и я думаю, что с учетом того, что есть возможность обучиться бесплатно и получить магистерскую степень, мы эту программу обязательно реализуем, и я думаю, что наши педагоги дошкольного образования смогут повысить свой профессиональный уровень и обучиться по этой современной программе. За помощью обратились волонтеры благотворительного центра «Добро». Они осуществляют свою деятельность с 2017 года и находятся в деревне Фенино. Они собирают продукты, вещи, приводят их в порядок, собирают все то, что необходимо людям, оказавшимся в трудной ситуации, у кого был пожар, участвовали в том числе в подготовке адресной помощи в Донецкую Народную Республику. У них есть вопрос, нужно помочь с проведением света, электричества в то помещение, где они находятся. Поэтому, да, конечно, я думаю, мы сейчас к этой проблеме подключимся и с удовольствием им поможем, потому что они за эти годы уже помогли огромному количеству людей. Прием жителей в формате выездной администрации осуществляется без предварительной записи и по любым вопросам из сфер жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования и дорожно-транспортной инфраструктуры. Екатерина Фролова, Сергей Григорьев и Егор Кабанов для программы «Городские вести».